Эй, всем привет, друзья! Меня зовут Шет, и это моя новая Лада Приора, на которой мы с вами сегодня покатаемся. Погнали! Смотрите, у нас есть такая вот карта. Ой, господи, как же ты ревешь, а? Смотрите, есть такая карта. Я сейчас покажу вам специально, что может произойти с этой машиной в конце этой карты. Господи, что с тобой происходит, а? О, мы, кстати, едем. А, уже все, уже не едем. Колеса пока, господи, капот пока, фары пока, ой, труба выхлопная пока. Все, короче. Ладе Приоре настал полный конец. Я нажимаю в бок, она не летит в бок, она просто падает вниз. Окей. Это была моя новая Лада Приора. Окей, ребят, в общем, вы поняли, что может произойти с моей машиной на этой карте. И моя цель на сегодняшний день — это спуститься вниз, не раздолбав. Ну, скажем так, спуститься вниз таким образом, чтобы у моей машины еще была возможность передвигаться. Я не знаю, как я это сделаю, потому что бампера я теряю здесь сразу же. И переворачивает меня сразу же. И, короче, все, вот на этом закончилось. Меня еще будет вести именно вот в ту сторону. Я сейчас опять упаду с того обрыва, с того же места. Не знаю, я хочу, короче, показать вам вот всю вот эту карту вот так целиком. Смотрите, она просто колесом, да как колесом раскрутилось. Управление ноль просто, я ничего не могу сделать. Вот, ну, что вы можете сделать с машиной, которая выглядит в таком, которая выглядит как-то вот так? Ну, почти. Окей, дубль два. У нас он там самый высокий трамплин, вот здесь вот правее. И я попытаюсь на него сейчас приехать. Вот просто все, что нужно сделать, осторожно. Дави... Тормоз, тормоз, мать твою! Ладно, бампера мы теряем сходу. Так, нельзя давать разгоняться этой скотской машине до конца. Потому что иначе ей хана. Так, во, нормально, ну держись. Нет. Главное, чтобы я не начал крутить. Да куда ты разгоняешься, эй! Приора, нет, не катись. Все, бесполезно, короче, ее уже не спасти. Ладно, давайте попробуем на ручнике. На ручнике, вот сейчас у меня ручник. Это вам не GTA, ребят, это вам не GTA Online, не GTA San Andreas, ничто другое. Тут бампер может тебе мешать ехать и будет вести тебя влево. Кстати, вот, ну, ведет, не знаю, не ведет, но машинка, держись. Держись. Мне просто нужно, чтобы не превратилось в кусок говна. Машина! Приора! Автопром за тебя молится! Пожалуйста! Нет! Ну, это уже бесполезно. Я пытаюсь давать ей заднюю передачу, тормоз, все что угодно. Но я думаю, что она уже никуда не поедет. О! Почти! Тормоза работают! Тормоза еще работают! Давай, машинка! Давай, оп. Если она сейчас передвигается, я выполнил условия. Но она чуть-чуть шевелится, но не особо подает риски жизни. Ладно, давайте попробуем еще разочек. Так, нужно просто осторожно. Так, трамплин — это лишнее. Для Лады Приоры трамплин не нужен. Вася, ты что? Тебя вся деревня... С тебя вся деревня смеяться будет, если ты разобьешься. Давай, держись. Вот, тормози. Господи, это такой хардкор, а. Так, она еще может передвигаться сама. Ох, елки, как. Господи, что здесь началось-то, а? И все, и понеслось. Когда начались вот эти вот большие перепады, это капец. Давайте попробуем какую-нибудь соседнюю трассу, не знаю. Получится или не получится, но Приора должна жить. Я понял. Там сзади был, был съезд более лайтовый, чем... Да какого хера? Где съезд? Алло. Игра, ты меня не тролль. А, вот. Вот лайтовый съезд. Так, тихо. Так, давай, осторожно. Я знаю, ребят, вы любите такую дичь, поэтому я решил записать для вас эту игру. Вообще, что это за игра такое? Эта игра называется BeamNG. Короче, суть в том, что тут очень реалистично можно разбивать любые машины. Там самый дорогой, не знаю, Lamborghini, чего угодно. Можете разбить абсолютно так же, как вы бы ее разбили, если бы вы делали вот то, что вы делаете здесь. Только
в настоящей жизни. Вот. Но я выбрал Ладу Приору, потому что она более понятна нашему, ну вот, нашим людям, мне более понятна, не знаю, вам более понятно. Вот. И над ней всячески издеваюсь. Ладно. Что ж, вот здесь вроде есть более лайтовая трасса. Давайте дадим ей... Господи, что это с этой трассой? Ну ладно. Давай, просто я газ не давлю, я просто немножко притормаживаю. Все, что нужно сделать, это доехать до низа с таким условием, чтобы машина могла ехать куда-нибудь дальше. Ну-ка. Давай. Доехали. Все, она может передвигаться. Я выполнил условия. И я улетел за... Ну, дальше она, естественно, уже не сможет передвигаться. И я улетел... Насколько я улетел там метров? Во-во-во-во-во-во! Она даже что-то дергается. Эх! Ну, совсем чуть-чуть. Окей, ну, допустим, я выполнил условие. Допустим, машина может передвигаться. Ладно, давайте пойдем на более высокую трассу. Ну, вообще, на том же уровне, на котором находится наша вот эта. Только она более хардкорная. Такс. Ну чё, Приора, ты готова к этому? Приора. Что у тебя сломалось? Что у тебя там уже сломалось? Я не знаю. Вроде все цело. Так, и вот сюда. Я не знаю, она не выживет, это скорее всего. Ох, ни хрена! Боже мой. О, но она едет. Она может передвигаться еще. Я могу дать газ, она поедет. Вау, 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 вау. Да Приора еще живучая, кстати. Автопром, ты... Ладно, все. Приора уже не живая, не жилец. Если бы я сидел внутри этой машины, я бы сдох. Так и запишите, ребят. Но она, кстати, подождите, стоп, она передвигается еще? Нет, все, она уже не передвигается. Окей. Окей, давайте я выпустим ее на улице города. Но куда же еще выпускать Белли Приор, как не на Грув Стрит, ребят? Вам всем известный Грув Стрит из GTA San Andreas. Разве что людей здесь нет, а так здесь можно куролесить как только захочется. Можно пробовать дрифтить на этом нечто. Но она так весьма посредственно поддается дрифту. Наверное, нужно разогнаться. И давай вот так. Вон. Ну ладно, жива. Только... Колесо, по-моему. Да, у нас колесо отвалилось, ребят. У нас отвалилось одно колесо. Ладно, дубль вам. Так, давайте поисследуем этот район GTA San Andreas. Только на Приоре, на белой. На белой Приоре, на своей собственной родной белой Приоре. Так, погнали. Во. О! Ух! Ну, ладно, бордюры для Приоры это... это плохо. Короче, Приора не заедет ни на какой бордюр. Вообще, ни в жизнь. Значит, бордюров надо остерегаться как огня. Давайте попробуем просто объехать этот район и выжить. Вот поехали на мост направо. Давай, правый поворотник, тут его, по-моему, нету. Да, правого поворотника здесь нету. Точнее, можно как-то его включить, но я не знаю как. Могу включить свет. О, у Приора работает свет. И, о, боже ты мой! Конец карты! Фак! Фак, фак, фак. Ну, Приора молодец. Она практически выжила. Да, слушай, ну реально, Приора на Грув Стрит это просто потрясное зрелище. Прям не знаю, глаза радуются. Как будто в GTA-шку играешь на своем, в своем родном 2007 году, в своем, своем родном городе Железногорске. Так, ладно, давайте, короче, попробуем. Да что ж такое? Она просто не переживает ни одного бордюра. Интересно. А сможет ли эта Приора проехать вот в этом проезде? Я думаю, все в GTA пользуются вот этим вот срезом. О! Она заехала. Ничего себе. Молодец, Приора. Горжусь тобой. Нет, не удалось. Нет! Но я думаю, что столб для движения этой машины не помеха. Нет, увы, помеха. Ладно, дубль 2. Давайте сюда, 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 в гараж. О, точнее, в этот проездик. Так, оп, ля-ля. Бордюр преодолели. Так, осторожно, тормозим. И направо. Ой, да еще что так заносит. И вот сюда, давайте поедем в эту сторону. Там вроде был трамплин в конце. Попробуем. Блин, ее вправо уводит. Как будто сход сразу был не разрегулирован. Ой, это не трамплин, это просто тупик. Оу!
fuck? Приора, это издевательство над тобой, я понял. Ладно, ну там была, кстати, рампа. Давайте попробуем на ту рампу сгонять. Давай. Сюда, налево, налево, налево. Учишь карту игры в стрит не по GTA San Andreas, а по игре BMNG. Блин, лол, почему ее уводят то влево, то вправо? Ай. Бампером немножко зацепили. Ничего страшного, без бампера даже лучше, более пацанская приора. Все окей. Так, вот сюда, между... Ай, без зеркала тоже, да плевать на зеркала. Кому в нашем Бобруйске нужны зеркала? Вот сюда, давай, бу-бум! Главное, не перевернись. Во! А, колес нету, движок не работает, все, сломалось. Жопа приори. Вот такая вот, ребят, была приора. Что ж, давайте на закончим видео. Если вам понравилось, поставьте палец вверх, пишите, какие еще тачки и где мне протестировать, как мне покататься и что сделать, какие челленджи мне выполнить. Ну вот и все. А если вы с первого раза подписываетесь на канал, вступайте в ВКонтакте, вступайте в Твиттер, Инстаграм, все ссылочки есть в описании. С вами был Шо, друзья. Увидимся в следующих видео. И всем удачи. Всем пока. О, ты с кем карманку заиграла с тебя? Я кого-то нашел. Слушай, у меня, короче, прикол, у меня все чуваки показывают с такими просто статуэтками. О, я тебя вижу. Ты меня видишь? Красава, братан. Красные коробки. Давай. Коробка? Подожди.